друзья! Всем привет! С вами Екатерина Юрочкина, и в этом видео мы будем укреплять наши бедра. Ложимся на пол, все упражнения будем делать из положения лежа. Сгибаем ногу и выпрямляем. Делаем мах согнутой ногой и прямой. И подряд делаем 2, 3, 4. И с самого начала делаем согнутой. Теперь уже на локте привстали немножко. Согнутая, прямая. И подряд. 1, 2, 3, 4. Повторяем с поднятой рукой. 2, 3, 4. Подряд. 1, 2, 3, 4. И еще раз. 1. Прямая. 2. Прямая. Подряд. 1, 2, 3, 4. Ложимся и повторим еще один заход. Согнутая нога, прямая. Согнутая, прямая. И подряд. 1, 2, 3, 4. Встали на локоть. Согнутая, прямая. Согнутая, прямая. 1, 2, 3, 4. Подняли руку, продолжаем. 1. Прямая. Согнутая, прямая. Подряд. 1, 2, 3, 4. Последний раз. Согнутая, прямая. Согнутая, прямая. 1, 2, 3, 4. Отдыхаем. Легли на спину. Обняли коленки, прижали груди. Растянули поясницу. Взяли за пяточки, за стопы и тянем колени в пол. И ложимся на другую сторону. И все с другой ноги. Согнутая, прямая нога, согнутая, прямая. И подряд делаем. 1. Поставили локоть, продолжаем. Носочки тянем как можно сильнее. И подряд. Подняли руку. Продолжаем. Мах ногой как можно выше. Желательно за плечо. Подряд. 2, 3, 4. И еще раз делаем. 1. И за себя. 2. И подряд. 1, 2, 3, 4. Ложимся и сделаем еще один заход. 1. И за себя. 2. И подряд. Как можно выше ногу поднимаем. Чувствуем наши бедра. Поставили локоть, продолжаем. И подряд. Подняли руку. И последний заход. 1. И наверх. 2. Наверх. И подряд. Ложимся, прижимаем ноги к груди. Растягиваем поясницу, беремся за стопы, давим стопы в пол. Растягиваем нашу поясницу. И закончили. Можете сделать еще все один раз.